друзья, пожалуйста, не забывайте ставить лайк. Я считаю, что некоторые мои видео заслуживают миллион просмотров, понимаете? А из-за того, что вы лайки не ставите, мое видео никто не видит. Понимаете? Да, я анонимный шопоголик. В общем, мне сказали то, что я уже как хомяк несу и все весь складываю, складываю эти вещи, тащу и тащу. Да, я представила себе круг, и мы каждый рассказываем свою историю, как у кого началось, где кто покупает. За молочком зашла. Сейчас встретила подругу, рассказала про ногу, говорю, что у меня, не знаю, говорю, что нога горит, одно из двух, или подвернула, или тромб отвалился. Я когда увидела себя в зеркало, думаю, господи, вот это красотка. Друзья, привет! 23 января. Бежим с вами за юбкой. Срочно. Время уже 2 час дня. Раньше у меня не получалось, только сейчас освободилась. Ой, надеюсь, ее не забрали. У нас сегодня плюс 4 градуса, все тает. Ветерок такой хороший. Сейчас покажу вам. Вот видите, все тает. На улице хорошо, тепло, только вот ветер. Но это же нас не останавливает, правильно? Разрешили, значит, идем. Только что прочитала комментарий. Ну что ж ты спишь? Что ты спишь? Там уже очередь 10 утра была. Что-то вроде этого. Не сплю я, ребят, не сплю. Мало того, я должна признаться, я вообще сегодня плохо спала. Возраст или что, не знаю. В общем, нога болит ужасно. Или я сильно перетанцевала. Или что? Не понимаю, прям горит нога ниже колена. Пойдем с вами к врачу сходим. Я сейчас намазала лошадиной силой, так что должно все пройти хорошо. Сейчас быстренько купим юбку и посмотрим, что там еще новенького, интересненького привезли. И сходим, наверное, к врачу все-таки, а то меня уже тут пугают, говорят, у меня тромб оторвался. Ну, это же не помешает там сходить, правильно, юбку купить? Так, нашла почти такое же, только маленького размера, смотрите. Сумочки, смотрю, быстро разбирают. Все, набрала, иду примерять. Вот думаю, может мне боди надо. Что-то у меня боди нету. Так, ну что, мне повезло. Юбочка моя на месте. Так что юбочку мы забираем. Сейчас хочу сегодня примерить с этой юбочкой пару свитерочков коротеньких. Посмотрим, что подойдет. Может быть, что-нибудь прихвачу. И еще хочу примерить пару платьишек. Сейчас все увидите. Ну что, приступаем. Значит, первое будет бархатное зеленое платье с такими деталями. Значит, пишет, что основная ткань это 93% полиэстер, 7% эластан и написано, что подклад 100% вискоза. Фирма. Размер 42. Так, сегодня мы экономим. Сегодня я взяла даже с собой пакетик. Вот так вот я экономлю. Так, ну что, первое платьишко у нас бархатное. Очень даже приятное к телу. Сейчас вам покажу, как это выглядит. Мы сегодня оцениваем опять длину юбки.
длину. Да, смотрим, как такая подходит, не подходит. Ну, вот так вот. Значит, тут такие пуговички. На рукавах такие кнопочки. Сзади, к сожалению, застегнуть я не смогла сама до конца. Но вообще очень даже ничего я чувствую. Симпатично. Главное, и рукава свободны, видите? Здесь, так как здесь не застегнуто, все подтянется, когда застегнется до конца. Сегодня, в общем, я запаслась, взяла с собой воду, взяла с собой блеск, потому что у меня в прошлый раз очень сильно сушило. Сейчас я подготовилась. Так, следующее платье 90%, 98% полиэстер и 2% эластан. Смотрим. С поясочком. Что-то в этом платье есть. Что-то есть такое, что прям хочется его взять. Ткань приятная, все круто. Рукава свободные. Видите, все круто. Обязательно узнаем, сколько это платье стоит. Смотрим. Тут такие рюшечки. Здесь все хорошо. Просто шикарно. Ремешочек завязали. Поясочек. Длина хорошая. Сегодня цвет настроения зеленый, как вы заметили. Не кривляюсь. Смотрим. Наглядный пример, как я пришла без настроения и поднимаю его себе сама. Так как нога болит, видите, но я все равно это сделаю. Наверное, буду брать это платье. Мне это платье показалось очень даже миленьким. Смотрю, сегодня такое настроение. Зеленая. Вот такая вот такая у нас спинка с пуговичкой. Поясочек, все красиво. Не хватало бы где-нибудь сбоку разрезика. Было бы вообще круто. Такие свободные рукава. Резиночка.
Хочу примерить вот такой комбез. Он довольно-таки тяжелый, но что-то мне он присмотрелся. Тоже такие пуговички. Здесь такой разрезик. Но я не нашла, что сюда под низ такое симпатичное. Будем смотреть из того, что есть. Так, этот комбез точно мимо. Он, во-первых, не маленький, во-вторых, он делает имя Карлсона. Нет, не мое. Вообще не мое. Показываю вам рукавчики блузки, но, к сожалению, рукава мне маленькие. Сейчас покажу. Вот, видите, комбез. Все маленькое, это маленькое точно. Покажу вам блузку. Так, смотрим состав. Значит, это у нас сделано в Китае. Классный комбез, кому-то очень даже подойдет. Комбез номер два. А ну-ка смотрим. Значит, здесь вот такой вырез. Так это выглядит. Здесь такие, знаете, резиночки. Здесь все так приталено. Подчеркиваю талию мою. Здесь у нас такие штучки. То есть еще влезет кто-нибудь. Кармашки. Плохо видно. Брюки вот такой длины. Что-то не то. Смотрим и думаем, что здесь не то. Так, следующее мы с вами сейчас примерим. Вот это платьишко. Вот такое. Так, вот у нас состав. Смотрим. 94 полиэстер. 6% целостан и размер, наверное, нужен был бы побольше. Нет, это не наше, не наше. Так, ну этот вариант вообще простенько. Чисто дома, знаете, ходите. Смотрим. Это у нас, видите, отдельно как бы маечка, вот она. Здесь у нас все свободно. Здесь у нас все в обтяжку. Не моя тема. Ну, хотелось примерить, посмотреть, как это выглядит. Thank you.
еще станцевать, когда у тебя только одна рука? Нет, не мое. Не мое. Так, состав этого платья. Так, только что вылез. Ну-ка, ну-ка. Вот состав платья. Вот этого. И мы сейчас с вами плавненько переходим к такой розовой модельке. Я его, конечно же, брать не буду, но посмотреть решила. Вот, видите, сзади она немножко длиннее, чем спереди. По бокам у нас имеются такие маленькие разрезочки. Нет, что-то не то. Дальше не буду тратить много времени, потому что не мое. Я сегодня проснулась с другим человеком и захотела зеленое. Я не знаю, почему голубое и зеленое хочу. Другую модель надо. Тут хорошо. Руки все портят. Нужно рукам свободу давать. Так, розовые смотрим тоже. 100% полиэстер. Фирма. 16 размер. Спинка молния. Спрятанная. Ну, обычное простенькое такое платьишко. Для таких свитеров уже, наверное, все поздновато, но мне понравилась вязка, мне понравилось, что здесь что-то необычное. Первое, это то, что здесь имеется рукава, как будто под низом рубашка. Также она торчит внизу, сейчас я покажу. Здесь, видите, прозрачная. Здесь такие косы. Свободный. Сейчас покажу. Воротник, конечно, уже не хочется. Вот так это выглядит. Видите, внизу тоже рубашка как будто бы торчит. Но здесь она вот пришита. Это меня полнит. Не моя тема. Но люблю, когда рубашки торчат. Люблю свободные большие такие рубашки. Я ищу себе какое-нибудь такое платье с очень воздушными, широкими рукавами. Так, значит, здесь у нас состав, смотрим, 84 акрил, 10 полиамид и 6 полиэстер. Кофточка. Решила попробовать короткие. Так, 80% акрил и 20 полиамид. Кофточка симпатичная. Фирма. Рукава бомбезные. Смотрите, сколько ниток только на рукава ушло, да? Такое ощущение, что здесь не хватает чуть-чуть. Baby, you give
народу много. Буду ходить. Слишком много знакомых приходят. Такая симпатичная кофточка. Я считаю, что неплохо. С юбкой. Так, 73 акрил, 24 полиамид и 3 эластан. Неплохая кофточка. Вот такая симпатичная маечка. Сейчас покажу. Симпатичная, кстати. Так, здесь я обнаружила цену, сейчас взвесим, проверим. Это вообще пепка. Господи. Слышу из зала, очень приятная ткань. Как я разбираюсь прям. Так, это мы с вами примеряли L-ку от Zara, 15-16 фунтов стоило. Так, сделано в Турции. Состав 35 вискоза, 2 эластан и 63 полиэстерн. Уже хотела снимать и не показать вам. Посмотрите, как выглядит такой свитерочек. Он колется, я его точно брать не буду, но здесь такое... Плечико, конечно же, без лямочек должно быть. Такой воротничок. Вот такой вот свитерочек. Рукавчики, манжетики. Все как надо. Остается у нас бетловочка сегодня и все. А, еще один свитерочек. Так, это у нас Fashion Collection, и состава я не нашла. Такой вот розовый свитерочек. Я хотела юбку сегодня примерить с рубашкой, какой-нибудь красивой, да? Но не нашла, и поэтому мы примеряем с свитерочками. Так, здесь непонятно, что с этим, эти полосочки портят или наоборот, не могу понять. Хочется их спрятать в середину. Ну, представим, что я спрятала. Вот такой свитерок. Короткий. Довольно-таки приятный. Довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо. Очень приятно. Мне очень нравится, между прочим. Довольно-таки неплохо. Ладно, будем иметь совесть. Там народу собралось. Очередь уже, очередь. Так, свитер у нас от Шейн. Сейчас покажу. Свитер от Шейн. И у нас тут 100% акрил. Такой свитерочек. V-образный вырез. Так, сейчас у нас вот такая необычная водолазка с такими пуговичками. Значит, смотрим. Мне кажется, у нас юбка неплохо. Сейчас попробуем юбку наверх. Ой, юбку. Сейчас попробуем бедловку наверх, водолазку наверх. И водолавку поварим. Посмотрим, что получится. Значит, вот эта бедловка.
заправляем. Так, заправили нашу бетловочку. Смотрим, как выглядит так. Бетловка неплохая. Сверху пиджачок или кардиганчик и пошел. Хотя у меня какие-то складки появляются в этой бетловке. Раньше их не было. О, еще выше подняли. Мне сейчас включили синий трактор. Так, бетловочка 35% хлопок и 65% полиэстер. Вот ее фирмочка, размер XL. Я вам скажу, в принципе, я примеркой довольна. Так что забираю это зеленое платье, скорее всего, и юбку. Пока что мне, наверное, ничего не надо, так как свитера у меня есть. Пойдемте узнаем, сколько стоит это платье и юбка сегодня. Что-то я не заметила, что у меня еще отложена вот такая жилетка, но я все равно не нашла рубашку под низ, хотела с рубашкой. И вот эту майку тоже не заметила. Как так, а? Лежала, висела у меня в самом конце. Так, платье мое 10.42 сегодня. Блузка 7.44, вот это вот точнее маечка. Смотрите, сколько юбок. Это что? Юбок реально, смотрите, сколько много. Это все юбки. Ну почти. Почти подошло, да? Прям к моей куртке, к моей шапке. Шикарно. Смотрите, какое чудо нашла. Я уже говорила, было бы прикольно маме одеться так и дочке, да? Такую же. Прикольно было бы. Смотрите, даже такие можно подобрать. Я видела, там в взрослом отделе была. И синяя была. О, вообще крутяк. Так, ну что, расплатились. Теперь идем за тушью. Сегодня должны были привезти. Так, зашла в Мультилюкс. К сожалению, не привезли еще мою тушь. Раненая модель. Наверное, лошадиная сила перестала действовать. Сейчас иду, хромаю, еле ковыляю. Вот такая у нас сегодня погода. Даже на море не хочется идти, потому что, видите, на лужу посмотрите. Моросня такая капает. Сейчас зайду в один магазинчик, примерю там себе ботиночки. Так, за мной следят. Платье купили хорошее. Все вещи, которые я сегодня купила, все новые. Вы не поверите, купила себе точно такие же ботиночки, которые у меня сейчас на ногах. Что-то все неудобно, неудобно, то коротко, то еще что-то. А эти мне так нравятся, поэтому взяла точно такие же. Больше таких нет. Я, главное, накрасилась, такая красивая. Выхожу в этот секонд-хенд, иду. Просто вся карандашиком подвела глазки, вся такая принцесса. А пока дошла, ветер, слезы. Пришла тут все такое размазано, как будто в синяках. Как раз как мне советовал один подписчик. Синяки намажь, говорит, и иди.
когда в зеркало посмотрела, просто обалдела. Вот реально, просто здесь все синее, какие-то стрелки здесь внизу подведены, вся зареванная. Почти весна у нас. Ползу домой с платьями и с двумя пакетами еды. А за что за молочком? Ну что это такое? И с ботинками. Так что вот это у меня проблема, видите, накрашусь. Кстати, и летом тоже такое бывает. Ветер, все, я сразу реву. А моя родственница вообще ревет взахлеб, просто взахлеб, когда на улицу выходит. Даже если без косметики. Вот, поэтому я думаю, может, мне капельки какие покапать надо. Зато я сэкономила сегодня на пакетике. Чтобы вы не думали, что я обманываю. Вот я так чуть-чуть за молочком зашла. А где молочко, там мандарины. А где мандарины, там огурчики. И понеслась. И тут Остапа понесло. Сейчас встретила подругу, рассказала про ногу. Говорю, что у меня, не знаю, говорю, что нога горит. Одно из двух. Или подвернула, или тромб отвалился. Короче, ну я пошла в Киломакс, мне стало легче немножко. Только что подруге рассказала вот этот вот прикол, то, что сейчас вам расскажу. Короче, сейчас подруге рассказала, как я сегодня так хорошо накрасила, стрелочки подвела, румяна подвела, вся такая красивая. Захожу в этот Киломакс, а у меня тут все черное, все такое красивое, вся такая в блестках, помада на бикрень. Вот что делает ветер, да? А я-то чувствую себя принцессой, я же хожу, плыву. Я плыву, вся такая деловая, знаете, с серьезным видом. Только вот такая, такой мейкап у меня красивый был. Я когда увидела себя в зеркало, думаю, господи, вот это красотка. Да, я представила себе круг, и мы каждый рассказываем свою историю. Как у кого началось, где кто покупает, понимаете? Вот клуб анонимных шопоголиков. Я такая рассказываю. Я просто шла мимо, увидела первый раз, решила купить, и потом я теперь просто не могу остановиться. И вам, друзья, всем большое спасибо за просмотр, и всем пока!